Всем привет, дорогие друзья, с вами Дарид, добро пожаловать в игрушку The Battle Cats. Ну что ж, первую главу мы прошли, у нас вторая глава, The Emperor of Darkness какой-то. Почему-то тут, интересно, у меня всего лишь 7 звездочек, не знаю, как это бывает, звездочки. Ладно, погнали, постараемся как можно больше звездочек нанять. Это бонус, ребята, если мы, видимо, всю игру пройдем, нам дадут вот эту вот шикарную бонус. Прикольно. Там мы няшку нашу выиграли. Кстати, давайте сделаем апгрейд ей, сейчас вам покажу ее. Специальный кат, специальный котенок. То есть их очень сложно взять. Вот они, специальные котята. За 90 взять, что ли? Коробку котят. Так, знаете, что хочу? Вот тебя прокачать, давайте еще раз. Пятый левел, нифига себе, у нее уже пятый левел. И с каждой прокачкой она все круче и круче становится. Ладно, в принципе, пятый левел довольно-таки неплохой. Идем назад. То что ты будешь делать? А, интересно, что такое? А! Я могу максимальный левел тебя сделать, а могу... То есть, либо будет простой котенок, либо усовершенствованный. Ясно. И так можно любого сделать. Мне нравится новый. Новый мне нравится больше. Вау, что такое? А, нам предлагают взять опыт за 2 доллара. За 3 доллара. 150 тысяч. Блин. Либо же много консервов. Так, ребят, ну что же, у нас начало. Корея. Начнем с Кореи. Я готов. 18 тысяч, а у него 2 тысячи. О, это будет, наверное, легко. Кстати, она подорожала. А, кстати, у меня тут все подорожали. Ладно, выпускаем нашу няшку. И за ней, я думаю, давайте отправим. Так, ты довольно-таки неплохой. Помогай, помогаем. Сейчас мы быстро расправимся с ними, со всеми. Отлично. Пока что будем качаться. Так, ну это легко. Сейчас она дойдет, как стукнет, стукнет, и все, им хана. Так, молодец, молодец. Тем более на пятого левела довольно-таки неплохо. Очень легко победили. Я считаю, изи. Изи, ребят. Так, что такое? Я не понимаю, как вот этот выбить. Я бы покрутил, но я не знаю, что это 7 дней. Что такое, 7 дней подряд заходить? Или что? Что это такое? Как в это играть? Можно раровскую попробовать. А, за 150. Нифига себе, что так дорого? О, можно вот коллекцию выиграть целую. Нифига себе. Вот такую коллекцию можно получить. Да, тут про каждого что-то написано. Ясно, понятно. Что ничего не понятно. Так, ну давайте продолжим. Давайте старт. Так, вот мы Кореи были. Теперь движемся вперед. Монголия. Давайте с Монголии начнем. Я готов. Пока что будет мало опыта давать, но потом все больше и больше. 2000 домик. Так, берем нашу первую. Она очень медлительная. Ну, вначале очень реально круто помогает. Ну, молодец. От первых врагов просто легко можно избавиться. Так, я пока что прокачиваюсь. Нам нужно много опыта. Хочу своих котят тоже прокачать всех. Так, берем ниндзя. Колода дорогая, но она того стоит. Так, кстати, я двоих беру. Вот эти самураи мне очень сильно нравятся, довольно-таки неплохие. Довольно-таки хорошие самураи. По 1000 сразу, смотрите. Отлично, 1800. Может, какого-нибудь нового котенка возьмем? Получим. Нет, пока что не получаем. А что такое, я могу получить 50 тысяч опыта? Как это сделать? Что мне надо сделать, чтобы получить 50 тысяч опыта? User rank mission. А за миссию, да, нам дадут? За победу над миссией. Как взять опыт? А, вот мне говорят, может 50 тысяч опыта взять. Ну, дороговато, я вам скажу. Я бы сразу миллион хотел. Нифига себе, можно 2 миллиона взять. Жестоко. Я бы хотел. Давайте продолжим.
18 опыта. Довольно-таки хорошо, хорошо. База 2000. Я справлюсь с этой базой. Уходит опять наша Нянкет. Отлично, 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 хорошо. Что-то поет такая. Так, самурай. Чуть-чуть подороже, но очень успешный. Давайте возьмем и за 750 надо взять головача нашего. Давайте расправляйтесь. Слушай, мы их убиваем, нам больше дают золота. Ну, денежек. Вот он побежал. Побежал наш. Вот сейчас быстро и легко расправимся. Отлично, отлично. Ну, просто нет шансов. 2300 получаем. Когда же мы уже нового кота откроем? Так, продолжим играть. Пока мне игра нравится. Какие-то звездочки получаем за что-то. Так, наш нянка это идет. В сочетании с самураем она идеальна. Есть на всякий случай способность. Если что-то пойдет не так, можем использовать что-нибудь из этих способностей. Но пока что не будем, пока у нас все нормально. Пока что справляемся. Отлично, наш самурай в деле. Давайте пловца что ли возьмем, я хочу пловца взять. Было бы здорово нашего пловца прокачать. Но его тоже дорого очень стоит прокачивать. Нужно много опыта. Он тоже по много отнимает. Он еще какие-то звездочки выбивает непонятные. Что это значит, пока что не знаю. А, легко вообще, легко проходим на изи. О, уже 20 энергии, все дороже и дороже. Все сложнее и сложнее играть. 3000. Ну давай. Покажи свой мастер-класс. Так, у меня есть нянкет. Очень хорошая. Сейчас мы возьмем еще самурая. Когда у них сильные-то пойдут, наш нянкет, думаю, со всеми справится. Нифига себе, у него урон 800 аж, ну. Потому что он какие-то звездочками может стрелять. Потом как-нибудь прокачаем, и когда уже будет мне много опыта. Отлично. Один защищает, другая бьет просто большим уроном. А еще раз отшатнулась. Их слишком много. Так, давай, беги. Тут они реально дороже стоят, ребят. Очень дорогие. 300 дали. Ну, конечно, и опыта тоже больше дают. Так, кто там следующий? Я уже готов. Готов сражаться. Тоже 20 энергии. 3000, 3000. Ух ты, нифига себе, как их много. Так, ладно, первый пошел. Пошел, пошел. Чувака, давайте с ножницами возьмем, мне интересно его посмотреть. 540 нам надо на него накопить. Нянка сейчас поможет нам. Она с одного, реально, с одного удара просто убивает их. У, просто сносит. Жалко, не по массе бьет. Тут, наверное, нет, чтоб... О, ножницами, фига себе, он быстро, чик-чик. Очень миниатюрный. Ножницы довольно-таки далеко находятся. Поэтому до него сложно дойти. Да, этим-то он и хорош. Он состриг всех. Они, видите, не могут дойти. Они доходят, доходят. Так, ладно, сейчас я возьму бычка нашего.
Давайте немножко поможем. Отлично. О, легко просто справляемся. До максимума, правда, не успел. 3600. Очень тоже хорошо. Что у нас по миссиям там? Дадут чем-нибудь? Нет, ничего не дадут. А миссий довольно-таки много. Окей, окей, окей. Там какое-то предложение нам было, но я потерял. Хотел возобновить. Я бы хотел покрутить, что вообще тут может выпасть. Как заработать это? 3 once. 7 дней заходить подряд, что ли? Или что надо сделать? Так, давайте последний раз поиграем в этой серии. Джепан какой-то. Джепан. Ладно, я согласен. Давайте поиграем в Джепан. Так, враги пошли, 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 молодцы. Так. Надо явно помочь ему. Бычка возьму. Хотя давайте тебя возьму. Тебя мы еще не пробовали. Делят горошину. Трын, что такое? Не могу понять. Какие-то звездочки. 4800 его здание. Так, прыг-скок, ну-ка. Тоже издалека бьют. Неплохо. Они по массе, интересно, бьют или нет? Отлично. Сейчас тогда дойдут до здания главного. Нифига себе. Они что-то берега попутали. Надо крутого чувака брать. Давайте еще нян возьмем. Нянкет. Сейчас я возьму за реально крутого. О, мы так не выиграем. Все, идет крутой. Нянкет, надо помочь. Так, ты хороший. Ты пойдешь. У тебя ничего, не могу справиться с бегемотом. Так, вот, пошли. Второе нашествие. Когда бегемот появляется, очень круто происходит. Все назад отшатываются аж на. Бегемот крут. Ударь. Неплохо так ударит. Отлично. Виктор. Так, кто-то новый появился. Специальный кэтс. Специальный кэтс, давайте посмотрим. Вау, девочка за 150. Актриса кэт. Актерская кэт. Прикольно, прикольно, я бы хотел взять ее. Пятый левел, блин, вот это за 2000. Тоже специальный. А, бутерброд. Так, хорошо, давайте прокачаем. До скольки мы можем его прокачать? До 6 левела. Хочу все-таки взять нашего бутер-кота. Назад. Блин, я не туда опять зашел. Так, нет, специальный кэт. Семьдесят пять бутеркот вместо горошинки возьмем. Да, будет у нас отличная команда. Ладно, давайте уж последний раз сыграем. Старт. Стартуем. Минус 22 энергии. Плохо, плохо. 3000.
Я могу тебя использовать. Посмотрю, как он справится вообще. Бутеркот. Ну, такой слабенький, я бы сказал. Ну, как кот тот, как за 50, примерно так же. Побольше бутеркотов сделать. Вот наша команда идет уже до коалы. Так, молодцы. О, уж начинаем бить. Бьем главное здание, молодцы, ребята. Четыре тысячи опыта дали. Так, ну неплохо, неплохо, неплохо. Я так и не понял, как взять, что это? Clear Run какой-то, 50 тысяч опыта, 50 тысяч опыта, блин, это здорово. Я бы хотел 50 тысяч опыта. Смотрите, если мы уходим сюда, то тут много других испытаний. Зомби. Что такое зомби? Что за зомби? Ок. Утбирг. Это значит, мы прошли ее. Пока что здесь. Ладно, давайте увидимся в следующей серии. С вами на Дориде. Всем до скорого. Пока-пока.